Привет, ребят! Сегодня с вами нарисуем рыбку в аквариуме. И у меня для этого я взяла листик, он такой темно-темно-сероватого оттенка. Вы можете взять с любой, конечно, другой. Голубой или синий. У меня это аквариум, светящийся ночью. С рыбкой. И давайте, ну, цвета, как обычно, вот ультрамарин синий, коричневый, зеленый, охра, красный, желтый и белый. И, конечно, палитра. И бумажка. Я беру салфеточку, вытирать кисточку. А еще подписывайтесь на канал, потому что здесь мы занимаемся поэтапным рисованием, и вы научитесь создавать красивые и классные рисунки. Берем белую красочку, берем на кисточку, набираю на кисточку белую красочку. Вот так вот. Это сделаю, делаю, как обычно я. Не накладываю на палитры. Обязательно рано или поздно я это сделаю. Чуть-чуть понакладываю. Я больше из баночек все-таки склоняюсь к тому, что как-то мне так более нравится. Вот. И давайте примерно чуть-чуть выше середины листа. Вот здесь вот будет у нас так прям, можно даже прям посередине вот листа наш будет здесь аквариум находиться. И чуть-чуть выше листа белой красочкой вот нарисуем мы вот такой вот овал. Белой красочкой нарисуем вот такой вот. Значит, у нас будет овал. Прокручивается красочку, обязательно надо разбудить. Хорошо прокручивая кисточку, чтобы все это дело классно ложилось и рисовалось. Вот так вот, да? А затем я нарисую бока своего аквариума с рыбами. Вот так вот. Бока. И соединю здесь будет донышко. Вот такой вот будет у меня аквариум. Контур, да? Контур моего аквариума. Мой аквариум, конечно же, он будет стоять на столе. Где-то вот здесь, вот что-то там. Сзади у него нет. А здесь будет какой-то наложен у него там песок или что-то еще, дно. Такое еще у моего аквариума есть. Отражаем тот же самый элемент. Вот до сюда вот налита водичка. И с другой стороны тоже такой овальчик вот рисуем. Это водичку мы пометим в нашем аквариуме. Вот в нем будет водичка. Вот так, водичка. И, конечно, эту водичку мы давайте закрасим вот так вот. Сверху закрашу беленьким цветом. Как бы беленьким цветом закрашу. Наверное, сразу чуть-чуть, вот возьму чуть-чуть совсем. А, оживить надо. Вот, хорошо. Хорошо, разберемся. Значит, со временем беленьким цветом разбужу-ка я все-таки наберу вот. Что ж это? Спит краска совсем. Вот только что открыла новую красочку. Подсохла. Ну, будем разбираться. Вот так, значит, будем будить ее прямо в банке. Наложить. Вот она туда, вот она там внутри. Вода еще. Вот наберу. Вот. Набрала. И буду будить. Такой же краской невозможно рисовать. Давайте ее будить. Спит. Наложили на заводе. И, видимо, долго стояла немножечко. И начала подсыхать сверху. Будем будить нашу красочку. Вот прокручивать кисточку, водичку, кисточку. Эти кусочки можно чуть-чуть даже отложить. Мне тут достаточно синего на кисточке. Вот, этим синим я сделаю
слегка намечу вот так вот вокруг, промою кисточку, хорошо промою, хорошо. Хорошо промою кисточку и полусухой кисточкой. Вот так вот по кругу я соединю это все дело с нашим белым цветом. Вот так вот. С нашим белым цветом. И сделаю, где-то сделаю вот здесь голубой рефлекс. Вот прям вот отсюда, вот то, что у меня осталось на кисточке. Ну, можно, конечно, и намешать это все дело вот белый. И давайте намешаем, чтобы была красочка погуще. Вот то же самое сделал. И сделал здесь голубой такой рефлекс. Чуть-чуть потемнее даже. Так вот. Да, такой. Потом сделаю где-то здесь голубой рефлекс. Ну, где-то здесь вот сделаю. Чтобы... Пускай воды будет. Такой рефлексик, да, и возьму тоненькую кисточку, наверное, сразу, и прям вот чистый ультрамариновый цвет, я сделаю, как будто водичка наша шевелится, вот раз, когда камушки в воду кидают, такие, получается, круги на воде, вот оживим здесь прям водичку эту, да, хорошо, промылись. Затем давайте нарисуем нашу рыбку. Опять белый цвет. Он у меня закончился. Я беру чистую кисточку. Опять накладываю себе белый цвет. Мне он нужен сейчас для того, чтобы нарисовать рыбу. Возьму маленькую кисточку. Здесь мелкая работа. Опять формат у нас не А3, а А4. Альбомный листик тоже очень классный. Но если вы хотите ориентироваться в пространстве лучше, берите А3. Форматик. И такие рисунки у меня тоже есть на А3 формате по-всякому. Вот. И давайте нарисуем нашу рыбку. Давайте для начала нарисуем примерно в центре аквариума, да? Примерно в центре аквариума нарисую вот такую полосочку. Это будет головка моей рыбки. И от этой полосочки я нарисую вот так, как будто у моей рыбки открыт ротик. Такой приоткрытый ротик. Затем от этого всего дела я еще нарисую тело рыбки, тело рыбки. И здесь я еще намечу ей хвостик. Вот такой раз, будет в одну сторону. И сразу вот здесь вот сверху такой два в другую сторону. Вот такой будет у рыбы хвост. Потом у нее еще есть сверху, я ей нарисую вот такой вот плавник рыбий. Сверху вот какой-то такой плавник. И еще намечу, здесь у нее будут плавники где-то вот здесь вот. Ну, будет здесь где-то там сзади, за ней тоже будет какой-то торчать плавничок. Как бы этой рыбки моей. Вот такая вот рыбка, да, плавничок будет торчать. Теперь давайте займемся нашей рыбой просто, да. Половину рыбы мы разукрасим желтым цветом, желтым набрала и бужу прям в палитре, прям бужу в палитре, вот, вот такая яркая красивая палитра, вот. И половину рыбы я разукрашу, половину головы я разукрашу желтым цветом, вот. И плавник желтым я тоже ей разукрашу желтым цветом. И вот здесь вот половину рыбы тоже просто вот желтый плавник, голова, вот у нее будет пол рыбы будет желтый, да. А теперь я возьму охру, и охра я разукрашу половину вот здесь вот, ну, ротик соединю, пусть будет закрыт, вот охрой разукрашу. Здесь вот головы разукрашу охрой. Еще разукрашу, соединю охрой. И проведу здесь полосочку, чтобы немножечко отделить головку все-таки от тела. Да? И закрашу половину хвостика охрой тоже. И другую половину хвостика тоже закрашу вот так вот охрой.
Вот. А еще поменяла кисточку, я чуть-чуть побольше, чтобы быстрее все это дело сделать. А еще возьму охры и закрашу аккуратненько вот здесь вокруг плавничков, еще не закрасила, вот сверху разукрашу, чуть-чуть сплю свою белую контур охры. Это будет песочек в нашем аквариуме. Охра, цвет охры тоже будет песочек. Охра, песочек. Вот сливается у меня хвостик. Это я поправлю сейчас, когда возьму красный цвет. Охра. И темно-коричневым я сделаю дно. Тоже где-то тут такое что-то. Где-то вот подмешалось водичку. Не оживила красочкой. Видите, какая история. Ну, ничего страшного. А дно. Ну, такое вот, пускай будет коричневым у нас дно. Вот опять возьму свою кисточку поменьше. Возьму красненький. Набрала красненький цвет, опять оживляю на палитрочке. И красненьким цветом аккуратно вот здесь, вот еще где охра хвостик, а поверху проведу еще красненьким. Раз. Вот так вот. И половинку рыбки тоже аккуратненько. Формат у нас маленький. Вокруг вот так вот закрашу красненьким цветом. Красненьким. Хвостик пускай вот таким красненьким цветом. И на плавничке сделаю вот здесь вот красненьким. Такой как рефлексик небольшой. На плавничке сделаем его здесь. И вот здесь чуть-чуть еще подчеркну красненьким. Вот так вот цветом. Мою кисточку. Мою. Возьму желтый, опять желтый, вот желтый. Погуще эту красочку, чтобы была. Возьму, чтобы... И аккуратненько, красиво, желтеньким цветом разукрашу ей вот так плавнички. Желтенькая рыбка будет в аквариуме. Плавнички. Здесь хорошо сделаю желтенький цвет. Вот так вот сверху. Оставляю этот охру в серединке, да? Пускай играет. То есть где-то будет такое... Как блик у нас подмешался цвет, и даже очень хорошо, что это все дело подмешивается с хвостиком. Вот такая вот рыбеха у нас получается, да, здесь подведу чуть ближе к краю белому. Здесь все дела. Вот, затем у нас в аквариуме, конечно же, есть еще с вами водоросли, да. Возьмем вот зелененький цвет набираем, изумрудный такой у меня есть, зеленый, и с изумрудным зеленым цветом вот эти все дела могут уходить на дальний план, чуть-чуть ляпнула, но я нарисую какие-то вот такие вот водоросли. Раз. Какие-то могут быть вот этой водоросли такое дома, и здесь какие-то водоросли. Небольшую кисточку беру, потому что работа опять же мелкая, вот так вот, да? И что-то сюда. Затем возьму сразу по желтому, чуть подмешаю и сделаю такой рефлексик. Рефлексик, чтобы водоросли вот заиграли. Смотрите, они сразу какими становятся живыми. Вот рефлексик, да, чуть-чуть. Здесь вот так вот. И с другой стороны тоже какие-то нарисуем. Вот если подмешаю ультрамарин с зеленым, чтобы чуть потемнее было оттеночек. Вот чуть темнее ультрамарин мешалось, чуть-чуть будет потемнее. Пусть здесь будут какие-то отсюда, пускай растут вот за хвостом. Какие-то такие чик-чик. Ну, какие-то чуть-чуть другие водоросли будут. Вот так вот какие-то там под этими всеми делами за рыбехой нашей. Вот, затем еще нужно обязательно, конечно, нарисовать камушки. Вот опять я набираю коричневую, и где-то нигде такие вот какие-то камушки, какие-то точечки, песочек, в общем, одним словом. Песочек вот здесь вот. Добавлю еще на песочек
желтенького, желтеньких камушков добавлю вот здесь вот такой, может, край даже где-то свет сделаю желтенький. Вот так вот, смотрите, здесь тоже есть у нас песочные всякие дела. Вот сделаю свет на каждом камушке побольше, что я нарисовала. Побольше. Теперь возьму кисточку еще, наберу ультрамаринчик. Ультрамаринчик и добавлю еще все-таки водичка синяя, и рефлекс будет на самом аквариуме, вот здесь вот под стеклом, под белой полосочкой синенький. Сделаем рефлексик. И сделаем рефлексик еще. Ой, упал кусочек. Вот дела. Вот дела. Беру вот так. Вот. И вот здесь вот тоже стоит аквариум у нас. И будет под ним такая, как бы, тень от него отходить. От него как бы отходить у нас тень. Конечно, конечно, у нашей рыбки обязательно будет беленький глазик. Вот он, беленький, пускай пока чуть-чуть подсохнет. И, конечно, у нашей рыбки будут опять же беленькие пузырьки. Возьмем пузырьки. И где-то вот здесь вот нарисую такой кругленький раз пузырек. Вот еще пузырек раз. Ну и где-то вот здесь вот пузырек, дышит рыбка в водичке наша, да? Ну, может, где-то здесь какой-то пузырек, что ли. Ну, еще такой пузыречек какой-то сделаем, да? Пузырьки такие. Вот. А теперь нам осталось еще добавить немножечко бликов. Сделаю-ка я еще голубенький, посветлее чуть-чуть. И где-то вот здесь сделаю блик. Ой, рефлексик, рефлексик сделаем. Вот здесь это голубенько будет отражаться в нашем аквариуме. Затем где-то вот здесь будет голубой рефлексик. Тоже он чуть-чуть оттеночек. Вот я подмешала. Вот его практически он не отличается. Но вот чуть-чуть голубенький все-таки оттеночек в этом деле есть. Затем где-то здесь добавим еще голубенький оттеночек в нашем аквариуме. Вот. И что-то мне хочется еще голубенький оттеночек закончить эту работу. Ну, вроде как бы мелкие детали тут всего достаточно, чтобы не замельчить ничего. Давайте сделаем блик беленьким. Просто сделаем наш живой аквариум. Вот я беру чистую кисточку. И сделаю белый цвет, набираю. Просто на сухую чистую кисточку, прямо вот из баночки. Блики, они должны быть просто белые. Белые, чтобы все было у нас живое. И здесь вот где-то поверху прямо идет. Раз, два. Вот даже блик на аквариуме, да? Вот у нас получается и живой аквариум. Осталось еще глазик рыбки черненьким. Черненьким цветом вот возьму. Тут что-то черненькое есть. Черненьким. Вот наша рыбка пускай смотрит. Еще не подсохла, но... Ах, сейчас мы все это дело решим. Вот черненьким она должна прям наложить. Вот черненький. Надо, чтобы подсохло. Хорошо подсохло. О, я сверху просто накладываю аккуратненько сухой кисточкой, набираю черный свет, чтобы там не подмешивался, аккуратненько здесь вот наложу. Вот такая вот. И все-таки, наверное, хочется этой рыбке, ну, ротик, ну, хочется вот сделать его вот. Ну, вот здесь вот. Так вот его чуть-чуть подвыделись, водички чуть-чуть добавить надо. Все-таки ротик, вот пусть она улыбается, эта рыбка, да? Давайте сделаем еще тень на плавничке. Вот здесь, вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот так вот. И, конечно, на плавничке тоже еще у рыбки где-то ультрамарин чуть-чуть пригашу черной красочкой.
Чуть-чуть, вот смотрите, какой ультрамарин, чуть-чуть пригасил черной красочкой. И сделаю еще на плавничке такие, как на плавничке, штучки. Конечно, можно добавить еще чешуйки где-то, но это уже немножечко еще вот здесь. Вот такая вот замечательная рыбка. Рисуйте на здоровье. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.